Наступил четвертый день наших путешествий по Аджарии. В первой половине дня мы с семьей ездили на пляж в Кабулете, так сказать, для разнообразия пляжного отдыха. Вернувшись после обеда домой, я решил, что морских процедур на сегодня мне достаточно, и отправился изучать расположенный недалеко в горах парк Матирала. К сожалению, времени до заката оставалось не так много, поэтому удалось осмотреть только небольшую часть парка. Матирала – редкое и уникальное по своей природной красоте место. Этот скальный массив площадью почти 16 тысяч гектар является национальным парком Аджарии. Он расположился на горе Матирала, что в переводе с грузинского означает «плачущая». Свое название гора получила из-за того, что в окрестностях часто идут дожди. Из-за огромного количества выпадающих в год осадков – 4,5 тысячи миллиметров – Матирала считается самым влажным местом в Европе. Ландшафт парка представляет собой ступенчатые террасы, спускающиеся к морю. На каждом уровне растут свои неповторимые растения и деревья, свойственные данной климатической зоне. В парке много целебных источников с простой и минеральной водой, расположенные на горных склонах. Идя по парку, ощущаешь себя оторванным от цивилизации, что доставляет подсознательную радость. Здесь особенно остро ощущаешь свою связь с природой, чувствуешь себя ее неделимой частью. Впечатление, что пробираешься по субтропическим джунглям. Деревья и кустарники переплетаются между собой, над головой свисают плющи и лианы, закрывающие небо, а под ногами зеленый ковер из папоротника и мха. Из-за постоянной высокой влажности, которая здесь достигает 85%, мох повсюду, на деревьях, кустах, камнях, скалах. Зеленый цвет окружает вас со всех сторон, успокаивает и повышает настроение. Иногда заросли джунглей приоткрываются и дают возможность увидеть склоны гор. Вот по такой дороге я еду, разъехаться практически нереально. Но... Еще идут маршрутки на рюкзак. Внизу горная река. Сейчас где-то видно. Ну что, я еду еще пока по дороге. Думал, что здесь грунтовка, а оказывается покрытие такое более-менее асфальт. Вот. Еду до домика рейнджеров, говорят, что где-то километра 3 вроде бы. Как-то не страшно. Не страшно будет. По каньону еду. Внизу река. Сейчас остановлюсь, чтобы сфотографировать. Такая вот узкая дорога. Здесь маленькие островки, чтобы разъезжаться. А так в целом помещается только одна машина. Слева скала, справа обрыв. Причем обрыв такой нехилый. Настоящие джунгли. Не зря называют аджарские тропики. Все в зелени, все просто вообще. Мне кажется, если моя машина здесь постоит неделю, она тоже зарастет вся.
такой красивый отель стоит. Сейчас я перейду за заборчик, попробую к краю подойти, показать речку. Опа, все зеленое, все просто. Типичный вид аджарских сел. Дома на горах, вот не знаю, как туда стройматериалы доставляют, зачем так высоко строить. И живут же, у меня такое ощущение, чем выше, тем круче. Незаметно наступил вечер, и мне пора было собираться домой. See you.